Алекса и Зарю перевели в большой вольер. Алекс сердок с Зарей так и трется. И попой все к ним. Где-то там тигры. И Алекс всего боится. И к Заре. Алекс, не бойся, там тебе курицу принесли. Смотри, сейчас Зара будет есть курицу. О. Зара, ты что, Алексу понесешь? О, моя ты зайка! Ты пришла с ним поделиться курицей. Зарочка, ты не стала сама есть. Ты ему принесла. И не рычит, смотрите, он рядом. Казалось бы, мясо, да? Вот когда они встретились только. Как ему Зая не давала есть, не подпускала даже к миске. Сейчас они настолько сдружились, что он спокойно с курицей туда-сюда. Об Алекса ее вытирает. Алекс, тебе вкусняшку принесли. Как же повезло этому львенку. Что одному, что второй. Как хорошо, что они вместе. Не знаю, я смотрю, а у меня слезы катятся. Алекс, за тебя столько людей переживало. Ты же мог замерзнуть за эти два дня, когда тебя горе ветеринара не выпускали. Ну, смотрите, он все перенес, все выжил, все вынес. Люди спасли его. И теперь он будет большой и красивый лев. Может быть, они с Зарей составят пару через 2 года. И такая нежная дружба перерастет в что-то, во что-то больше. Алекс, я не могу, смотрю, я ставлю.